Здравствуйте, вашему вниманию переходники для объектива Т22 с фотокамер смена 2 и смена. Вот уже два снятых объектива, вот объектив на камере. Первый вариант переходника, так сказать, опытный. Смысл в том, что вот выкручиваются 4 винта с камеры. Собственно говоря, вот камера после этого вот так выглядит. И переходник с затвором, со всем спусковым механизмом снимается. Делается вот такой хвостовик. Этими же 4 винтами, которые сняты с камеры, крепится к хвостовику и устанавливается на фотоаппарат. Такой необычный квадратный вариант. Рабочий отрезок сохраняется. И так далее. Так, крышечка к нему делается. В комплекте, как правило, крышечек уже не найти. Вот, затвор можно заклинить, поставив длинную выдержку. И зажать вот винтом. Вкручивается винт, он заклинивает затвор в открытом положении. Вот второй вариант, более, как по мне, аккуратный, уже более продуманный. Здесь снимается вот эта пластина. Как видим, она крепится вот тут на 3 винтах. В принципе, можно даже не снимая с фотоаппарата эти винты выкрутить. И опять-таки на эти 3 винта крепится к переходнику. Переходник состоит из нескольких частей из-за того, что диаметр вот окружности, по которому расположено отверстие, совпадает с байонетом, чтобы байонет как бы был целостный. Одна часть, в которой прикручивается сам объектив, и вторая часть с байонетом. Они спрессовываются, склеиваются, получается такой объектив. В данном экземпляре демонтированы шторки затвора. Так как затвор был нерабочий, фиксировать нельзя было. Вот эти винты, видите, которые 3 штуки. При откручивании этих винтов как бы объектив разбирается. Вот эта задняя часть снимается, и можно демонтировать шторки при желании. Можно, в принципе, весь механизм затвора выкинуть, если мешает. В данном случае только шторки удалены, сам объектив целый. Все. И в таком виде он устанавливается на камеру. Фиксировка, диафрагма, рабочие отрезки соблюдены. То есть из вот такой камеры переходим к вот такой. Такой же самый переходник можно сделать на микро 4x3 Olympus или Panasonic. На нам как тестировалось все на Sony, можно перейти на Olympus.